Добрый день, дорогие. Из очень интересного места велено вам передать великий дар исцеления. Исцеление чего? Сейчас опять очень много бредней вокруг причин женского начала, дисгармонии. Ну, о чем? Некоторые их связывают с климаксом. Ну, как может быть климакс у 16-летней девочки, у которой удаляют матку? Потому что надо удалять. Все кисты, миомы и прочее новообразование, которое просто у детворы. Конечно, климакс к этому не имеет никакого отношения. Вот. На самом деле, все это убирается достаточно просто на определенном уровне. Вот. Поэтому здесь причины лежат в лживой парадигме первородного греха. Истории Адама или Евы Кадмон. И пришла информация, что я имею право передать вам исцеляющие звуки для исцеления новообразований в мочеполовой системе у женщин и мужчин. У женщин и мужчин. Принимайте, исцеляйтесь. Любите друг друга. Ключ исцеления – абсолютная гармония мужского и женского. Работайте с инь-янь. Он очень здорово себя открыл в гармонизации мужского и женского начала, создании пары и во многих других вопросах. Я так думаю, что инь-янь долго спал. И сейчас он отдает нам множество информации полезной, дорогие мои. Вы посмотрите на некоторые лица, где дисбаланс гармонии женского и мужского дошел апогея. Это просто два разных лица, две половины, составлены в единое целое. Но это все исправляется. Чем гармоничнее вы, чем радостнее, чем больше вы находитесь в любви, тем здоровее и счастливее, тем богаче, радостнее и счастливее будет ваша жизнь. Любовь – это ваш ключ.